Так, третье подключение. Сбой какой-то идет. Напишите, пожалуйста, хорошо ли видно, слышно. Потому что я не вижу обратной связи. Девочки, напишите, пожалуйста, что-нибудь, дайте какую-то реакцию, чтобы я видела, что вы меня тоже видите. Угу, видно, да? Отлично, все, вижу реакции. Был какой-то сбой, я извиняюсь. С третьего раза только вот смогла зайти. Итак, давайте сначала знакомимся. Меня зовут Юлия Фролова. Я проведу сегодня для вас прямой эфир по дизайну с новыми декорациями и с новой коллекцией лаков Bird of Passage. Итак, я выкрасила прямо перед эфиром вот эти оттенки, очень красивые, яркие, сочные, для лета и весны прям самый отличный вариант. Естественно, они самые трендовые и самые модные, по-другому и быть не может. Итак, для дизайна я выбрала вот такие nail dress. Это тоже из новинок. Я здесь уже подготовила фрагмент для сегодняшнего эфира. Вот такие ананасы с бананами красивые. И вот такие элементы. Это номер 129, бесконечность. Здесь фольгированные части присутствуют. Очень классный. Сегодня с ними вам покажу вариант дизайна. Покажу вам пару красивых композиций. Итак, я уже подготовила некоторые элементы. Вот они. Положила на бумажную, ой, на влажную салфетку, чтобы они отделились от бумажной основы. И теперь мы будем с вами собирать нашу композицию. Будем собирать нашу композицию. Так. Смотрите, для композиции нам понадобится два типса в данном случае, ну или два ногтя, если это у нас клиент живой сидит. Они должны быть смоделированы камуфлирующим материалом, и, соответственно, поверхность должна быть подготовлена к нанесению декоративного покрытия или декораций, то есть опилена и обезжирена. Поверхность должна быть чистой, без каких-то неровностей. Тогда можно будет начинать собирать ее. Итак, смотрите, я взяла еще шармиконы. Это из... Ну, они довольно-таки старенькие, да? Прямоугольники. У меня есть дизайн один на страничке. Очень он мне понравился. Я когда увидела вот эти nail dress с ананасом, я подумала, что да, вот было бы классно его повторить. Ну, конечно же, может такое быть, что у кого-то не окажется декораций, допустим, или в интернет-магазине их не будет, но всегда это можно заменить. То есть я даю вам сегодня на эфире вариант, как бы вариант такой, композицию, запуталась немного, извиняюсь, устала немножко. Я вам даю сегодня такой, знаете, шаблон, по которому вы можете сделать любую композицию аналогичную. Вы можете даже декорации поменять, и у вас получится уже нечто новое. Но шаблон будет один. Итак, давайте начнем собирать. Так, видно пинцет. Можно прямоугольники, можно, например, черное что-то нарисовать. Это может быть какая-то геометрическая фигура. То есть может быть все что угодно. Можно паутинкой, кстати, сделать нечто подобное, да? Какой-то прямоугольник можно сделать паутинкой. Итак, клеим на обезжиренную поверхность прямоугольник. Далее. У нас, кстати, эта композиция, так как ананасы с бананами, да, здесь присутствует зеленый оттенок, и поэтому я возьму лаки, это номер 472 и 470 из новой коллекции. Они идеально подойдут сюда. Вот такие зеленые
зеленую полосочку. Так как она слишком длинная, я отрежу некоторую часть от нее, чтобы она очень много места не занимала. И ставлю ее вот сюда. Примеряю сначала, где будет лучше смотреться. Вот мне здесь нравится. Так. Так, сейчас немножко свет поправлю. Темновато. Так, сейчас, секунду. Приближу вас, чтобы было получше видно. Так, сейчас, секундочку, хочется мне, чтобы посветлее было. Угу. Вот, отлично. Отправьте, пожалуйста, какой-то смайлик, чтобы я видела, что здесь кто-то есть, потому что я не вижу, а мне не отображаются люди в прямом эфире. Смайлик поставьте, сердечко мне пришлите. Итак, далее, что мы еще делаем? Хотелось бы поставить какой-то шармикон с надписью. Я взяла вот такие. Вот такой шармикон. Такие вот надписи. Так, так как у нас здесь лето. Так, девочки, вижу, да, вижу, что кто-то здесь у меня есть. Потому что я совсем не вижу людей. У меня никто не отображается. Поэтому небольшое ощущение, что разговариваю сама с собой, сбиваюсь из-за этого. Итак, можно взять какие-то надписи, да, можно белую взять, можно... вот это, кстати, будет тоже прикольно смотреться на белом фоне. Давайте возьмем ее, чтобы немножко, да, разбавить. И поставим надпись вот сюда сверху. Так, поставили. Далее берем второй тип, второй фрагмент. И здесь тоже располагаем наши шармиконы. Потом уже сверху них будем ставить nail dress. То есть сначала у нас идут, если вот такие многоступенчатые дизайны, у нас сначала идут шармиконы, то, что клеится, а потом уже и nail dress. Так, а здесь вот желтый. Тоже отрезаю у него нижнюю часть. Верхнюю оставлю в этом варианте и ставлю вот так вот сверху. Ставлю сверху. То есть у нас с вами идет желтый и зеленый. И тоже можно добавить какую-то надпись. Можно не добавлять тут уже. В зависимости от предпочтений. Давайте я, наверное, здесь не буду сейчас добавлять, чтобы мы с вами не перегружали композицию. Добавим в другом типсе. Так, два типса у нас готовы. Еще нужно выкрасить один зеленым, один желтым оттенком. Желтый оттенок нужно наносить в два тонких слоя. Потому что желтые, они всегда такие не особо плотные. Хотя вот этот оттенок, я хочу отметить, что он очень красивый и довольно плотный. Но все же требует нанесения в два слоя. Сушу 30 секунд в лампе. Теперь зеленый оттенок выкрашиваем. Так, чуть-чуть удалю. Выкрашиваем зеленый оттенок. На зеленом фоне тоже будет у нас дизайн. А зеленый можно оставить в один слой. Он довольно плотный. Очень хорошо укрывает поверхность. Никаких проплешин не дает. Поэтому я его в один слой оставлю. Сушу в лампе. Так, желтый наношу второй слой для плотности. Хотя, видите, он довольно плотный. Но все же вот есть небольшое количество таких вот голых мест, поэтому, конечно, в два слоя нужно наносить. Оттенок очень красивый, очень мне нравится. Так, сушимся.
сушимся. И я уже заранее приготовила фрагменты nail dress для нашего дизайна. Начинаем наносить. А, кстати, еще хотела сюда добавить Так, сейчас, секунду. Наверное, вот отсюда или отсюда. Сейчас посмотрим. Вот такие вот мушки, да, вот они. Угу. Они есть. Вернее, здесь уже их нету. А, вот такие шармикончики. Можно любыми похожими заменить. Сейчас также и новые есть в других коллекциях, наподобие шармиконы. Можно тоже их взять для разнообразия. Так, наверное, вот сюда. Вот сюда я поставлю одну мушку, но второй тип ставить не буду. Так, готовы наши типсы. Теперь мы наносим топ-слайдер для того, чтобы поставить nail dress. Так, топ-слайдер. Самая идеальная вещь для того, чтобы крепить слайдеры и вообще различные декорации. Намертво все держит от коррекции до коррекции. Я люблю его наносить отдельной кистью, чтобы получился тонкий слой. И на ногтях клиента не появлялась лишняя толщина материала. Наносим тонким слоем на всю поверхность и отправляем в лампу на 30 секунд. И здесь то же самое. Наносим тонким слоем и отправляем на 30 секунд в лампу. Тут очень важно, кстати, когда клеите сначала шармиконы, чтобы они как следует приклеились. Обязательно прослеживайте этот момент, чтобы они были хорошо приклеены, чтобы нигде не отставали. Иначе, когда вы будете топ-слайдер наносить, шармикончик немножко поднимется. Так, и зеленый тоже полностью покрываем. На желтом фоне у меня, хотя нет, на зеленом фоне сделаем небольшую декорацию, а на желтый поставим полностью, чтобы было поконтрастнее. Хотя можно и так, по сути, кому как больше нравится. Так, эти типсы готовы. Итак, теперь ставим наши nail dress. Примеряем, куда бы их поставить, чтобы лучше смотрелось. Я всегда примеряю, потому что сразу можно не понять, как будет выглядеть хорошо. Поэтому нужно примерить и посмотреть. Может быть, их мало, может быть, нужно добавить. Так. Теперь нужно покрутить, вот как будет, вот так будет отлично. Смотрите, nail dress заходит и на пчелку немножечко, да, не касаясь ее, ну, крылышку касается, он немножко заходит на другие декорации, соответственно, как бы композиция приобретает гармоничность. И сюда теперь мы ставим наш ананас. Можно перевернуть, покрутить, посмотреть, как будет лучше, как будет интереснее смотреться. Вот можно его перевернуть. Тоже будет классно. Можно второй ананас добавить. Можно сюда банан добавить. Мне, например, вот не хватает здесь чего-то, да? Поэтому, когда ставим декорации, потом можно еще что-то добавить. Потому что в процессе, да, появляются у нас, могут возникнуть какие-то изменения. Вот можно маленький банан взять. Здесь вот он у меня с краешку. Так, отправляем его на салфетку. И можно вот такой вот взять с ананасом и тоже его, ну, поставить от этого фрагмента только какую-то часть. Не обязательно полностью ее использовать.
Да, полностью использовать не обязательно. Еще вот этот мне тоже понадобится фрагмент, потому что я из другого позаимствовала. Так, смотрим, чего нам здесь не хватает. Вот сюда бы я поставила еще ананас, потому что вот в этой части пустовато. И поставила бы я бы его вот так, не полностью, только часть. Вот таким образом. Не полностью. Сушим в лампе. Здесь можно добавить вот таким бананом. Можно даже, чтобы он на ананас заходил немножко. Вот. Вот, другое дело. И у нас еще есть такой маленький крошечный бананчик. Мы его поставим. Так, где мы его поставим? Сейчас посмотрим. Ну, можно прям вот здесь вот. Покрутим, да, по липкому слою. Вот, отлично. Сушим в лампе. Так, ну и здесь тоже добавляем декорации. Смотрите, я вырезала ее не на весь ноготь, а на часть ногтя. На весь ноготь ставить не хочу. Поэтому поставлю только на какую-то часть. На верхнюю. Подтягиваем обязательно. Вот таким образом. Сушим в лампе. Эти два типа у нас готовы. Почти. Так, ну и вот на желтый фон тоже ставим nail dress. Подтягиваем, если нужно. Смотрим, чтобы не было складок. Опять же, если подтягиваем, делаем это не очень интенсивно, иначе можно порвать декорации. Поставили, сушим в лампе. Здесь на самом деле нет ничего вообще совершенно сложного, но при этом композиция будет смотреться очень красиво и необычно, когда мы увидим ее полностью. Можно в глянцевом, можно глянцевым топом покрыть, можно матовым, но вот здесь я бы хотела покрыть матовым, потому что матовым будет в этом исполнении очень матовый топ будет как бы дополнять, подчеркивать наши декорации, потому что когда у нас очень много элементов и мы делаем глянцевое покрытие, то вот этот блеск, он блеск топа, да, он наши декорации как бы подъедает, а вот матовый топ, он наоборот подчеркивает их. Поэтому когда много декораций, очень удачно будет дополнить это все матовым топом, именно с матовым топом сделать. Итак, теперь мы наносим либо nail prep, чтобы убрать лишнюю пленку. Излишки пленку убираем обязательно либо препом, либо ультрабондом. Здесь то же самое делаем. Вот здесь вот надписи не хватает. Но мы сейчас еще дополним. Уже сверху наших nail dress обязательно дополним шармиконами, чтобы не было пусто. Вот если здесь всего хватает, здесь и надпись есть, и декорации, то вот на других типсах хотелось бы еще что-то добавить. Хотя вот сюда можно что-то золотое добавить. Можно пчелку ту же посадить или надпись золотую. Ну, надпись, наверное, здесь не нужна, здесь уже одна есть. Так, но перед тем, как мы будем ставить топ теклос для того, чтобы поставить шармиконы, еще нужно обязательно пройтись тонким слоем топа слайдер. Делаю это отдельной кистью, вот прям тоненьким-тоненьким слоем прохожусь, прям тонюсеньким совсем. Здесь тоже. Так, и здесь.
обязательно. И здесь тоже. Прям вот тонким слоем. Не надо прям с кистью из флакона здесь покрывать, чтобы толщины не было. То есть нам нужно только сцепление, чтобы образовалось. Итак, теперь наносим топ-текласс и ставим шармиконы. Наносим топ-текласс. Так, здесь, наверное, я не буду ничего ставить, иначе перегруз получится. Другой вариант возьмем. Вот этот. Вот здесь я надпись хотела добавить. А надпись хочу добавить в верхнюю часть, вот сюда. Поэтому верхнюю часть только я наношу топ. Только на то место, где будет стоять шармикон. И сушим 1 минуту. Так, здесь тоже хотелось бы что-то добавить в серединку. Вот прям серединка просит дополнительную декорацию. Поэтому можно нанести только по центру. Нанесли топ-текласс, сушим минуту. Ну, сюда тоже ничего не буду наносить, потому что декорации здесь достаточно. И так как на этих типсах у нас уже ничего не будет, мы с вами можем спокойненько сейчас нанести сюда матовый топ. Наносим матовый топ. Не забываем, что сушить его нужно подольше. И что наносится он не очень тонким слоем, и под него нужна подложка. Но так как у нас здесь и слайдер топ, и топ-текласс, этого будет достаточно. Сушим. Сушим наш топ. Здесь тоже можно уже матовый топ нанести. Очень красиво будет смотреться. Вот вообще ничего, казалось бы, такого лишнего здесь нет. Никаких сложностей, но тем не менее выглядит очень красиво. Так, добавим надпись. Добавим надпись. Хочу вот эту черненькую. Вот сюда в бок. Не хочу, потому что закрывать полностью ананас. Поэтому добавляю вот сюда сбоку. И я бы сюда еще пчелку поставила куда-нибудь вот, куда-нибудь вверх. Вот таким образом. Тоже, чтобы шармикончики наши никуда не делись, хорошо носились, мы можем их аккуратненько вот так сейчас перед матовым топом покрыть топом слайдер, тонким слоем. И отправляем в лампу. Так, сейчас. Ну и здесь, так как у нас уже с вами здесь... А, нет, здесь надпись должна быть. Секунду, я хотела сюда поставить надпись. Хотела надпись поставить. Сейчас. Какую-то, наверное, другую надо. Да, вот. Здесь просится что-то такое вот длинненькое. Прям вот сюда. Тоже можно аккуратненько пройтись топом слайдер по надписи, подсушить, и все, и мы можем уже перекрывать матовым топом. Вот таким вот образом. Сушим.
Так, секунду. Я не выровняла поверхность. Я не выровняла поверхность. Обязательно выравниваем, чтобы потом не было ямок никаких. Чтобы это увидеть, нужно просто покрутить типс и посмотреть. Так, здесь тоже покрываем матовым топом. И все готово, и все готово. Вот и все. Сейчас покажу, как эта композиция будет выглядеть целиком. На ногтях клиента это будет вообще шикарно смотреться. Так. Можно капельки добавить какие-то сюда. Можно золотые фрагменты выделить глянцевым топом, можно оставить и так. В любом случае смотреться будет классно. Можно даже вообще, вот кто любит совсем минимализм, да, вот такой вариант оставить. А можно добавить еще и сделать понаряднее, усложнить нашу композицию, да, вот такими вариантами. Итак, композиция готова. С новыми оттенками из коллекции Bird of Passage и новыми Nail Dress. Весенне-летняя коллекция. Итак, всем спасибо большое за то, что смотрели эфир, за то, что присутствовали. Итак, я буду его сохранять. Всем пока!